ж такое видано? Рыцари вином торгуют, а простых людей какой-то ведьмак должен защищать. Столько работы, а меня что-то ломает. Наш небольшой. Эй, рыцарь! А вы встречали кого-то, кто о наших винах услышал? Кто грязь оттуда? Чуете? Вот он, запах кусок. Ежели кто, мол, не богат, то может и не видит. Эй, Геральт! Геральт из Ривии! Подойдите, прошу вас! Бестия, это кара. Много о вас говорят. А еще больше говорят. Какая встреча! Хорошо, что вы вернулись. И как тут жить? А кому там наша беда интересна? Твоя слава летит впереди плетью тебя, Геральт. Плетью обуха не перешибешь. Мой зуб! Садись, выпей. Расходитесь, расходитесь. Памятник Режинальду де Обре закрывается до особого объявления. Как закрывается? Мы весь день сюда ехали. Вы лжец. Гони назад наши деньги. Ваши билеты действительны. Просто подождите, пока выставка вновь откроется. Прошу всех разойтись. Памятник закрыт! Что тут творится? Держи меня, пророк Лебеда! Я же сам не сдержусь! Ясно же сказано, на сегодня памятник закрыт! Постой! Ты тот самый ведьмак, Геральт из Ривии. Кажется, у меня есть для тебя работа. Я видел объявление. Там что-то со статуей? Дело очень деликатное, но я хорошо заплачу. Пока ничего больше не могу сказать. Ну, как? Интересно? Рассказывай, что там со статуей. Лучше раз показать, чем 100 раз рассказывать. Пойдем, сам все увидишь. Вот и он, гордость наша, Режинальд де Обре, величайший любовник, искуснейший фехтовальщик, а кроме того, виртуозный музыкант, мастер игры на арфе. Что с ним не так-то? Как бы это сказать? Он лишился своего достоинства. Кто-то украл яйца у статуи. Ну, это же не какая попала статуя. Это сертифицированная копия, для отлива которой использовались подлинные гениталии Режинальда. Поэтому каждый, кто их погладит, получает необычайную любовную силу. Каждый, оплативший билет, разумеется. Ты должен найти эти яйца. Ты меня заинтриговал. Расскажи-ка мне об этом Режинальде. Долго придется рассказывать. По легенде, он спроектировал весь Баклер вместе с архитектором Фарамоном. Уже впечатляет. Точнее,
Именно Режиналь виртуозно распланировал точные пути отхода для застигнутых любовников. Позже он и сам ими пользовался не единожды. Не из страха, разумеется, а чтобы соперников не убивать на дуэли. Ты знаешь, когда произошла кража? Пару часов назад, самое большее. Когда я проводил последних экскурсантов, это было совсем недавно, все было на месте. Подозреваемые есть? Учитывая, что яйца Режинальда – истинное сокровище, это мог быть кто угодно. Кто от такого откажется? Мне надо осмотреться. Может, найду какие-то зацепки. Делай, что считаешь нужным, но найди яйца Режинальда. Без них весь туристический сектор Баклера повиснет на волоске. На волоске! Должно получиться. Спокойно, Режинальд, спокойно. Явные следы пилы. Но хирургически точная кастрация. Клочок плаща, сильно надушенный одеколоном. Этот запах должен привести к вору. А вот и орудие преступления. Алмазный резец. Все получится. Должно получиться. Засохшее пятнышко крови. Садись, выпей. Какой-то не герой, а мясник из Блавикина. Ночь, любовь и вино терпению не очень-то учат. Зловедьму. Вот тут все вино да вино, а мне б наливочки. О! И снова здравствуйте, мастер. Покажи-ка мне свои запасы. Мне пора. Что это у тебя с головой?
Запах ведет к этой двери. Прошу прощения, я помешал. Все не так, как кажется. Слово чести, я только оступился, запнулся и вот упал, а она там уже лежала. Тссс, Жюс, это не он. Я клянусь, это просто неудачное стечение обстоятельств. Что? Это не мой муж. То есть, это не твой муж? Вы кто такой? И что вы делаете в моем доме? Убирайтесь! Не то я гвардию позову! Остынь. Я хочу поговорить. Вы... Мне кажется, нам не о чем разговаривать. Да есть, есть о чем. Должен признать, ты в замечательной форме для своего возраста. Здоровое питание и стаканчик вина по утрам прекрасно сохраняют. Интересно, а ты слышал когда-нибудь про статую Режинальда де Абре? В этом городе каждый о нем слышал. Он же национальный герой. Не Юли. Ты украл яйца Режинальда. Я в этом совершенно уверен. Я сейчас все объясню. Это... Розалинда, я знаю, что ты там. И ты, и твой хахаль. О, нет. Еще и он. Сегодня, правда, не мой день. Попался, паршивец! Выходи на бой! Ах ты! Что ж тут делается? Розалинда, одного бы я тебя простил, но двоих за раз. Погоди, погоди, я здесь ни при чем. Думаешь, я такой наивный? Вот я тебя тучу лезть к чужим женам. Мне сейчас не до того. Иди, иди домой. Да... Так будет лучше. Я уже ушел. Не знаю, кто вы, но без вас для меня все закончилось бы прескверно. Благодарю за спасение. Ага. Так, надо поговорить. Розалинда, любимая. Ты нам позволишь? Ну ладно, признаюсь, я украл эти яйца. И вы не поверите, но они и правда действуют. Мы с Розалиндой сегодня уже три раза. Три раза? Впечатляет. А то как же в моем-то возрасте? За день больше, чем за прошлые 10 лет. И все-таки ты украл эти яйца и должен их вернуть. Послушайте, может, мы договоримся, а? Оставьте мне яйца, а я вам заплачу. Не заставляйте себя упрашивать. С ними я снова молод. Речи быть не может. Я должен забрать эти яйца. А если я оставлю их себе еще на денек или на два? Ну, или на три, не больше, а? Ничего не выйдет, прости. В общем, хорошо, хоть я вообще смог ими воспользоваться. Вот, забирайте. Спасибо и удачи. Я думаю, ты и без них неплохо справишься.
Эгей, привет. Держите глаза широко открыты. А теперь пойду выпью и потанцую. А теперь пойду выпью и потанцую. У меня три дублета. Тут ведьмак не дурно. Сердце. А! Много о вас говорят. И как? Нашел ты причиндала Реджинальда? Ага, и вернул их. Ущипни меня, пророк Лебеда! Это и правда они! Надеюсь, эта скромная награда все-таки выразит всю мою признательность. Забегай завтра на торжественное открытие и погладь Реджинальда. Абсолютно бесплатно. Я плачу. Что я это делаю. Даже у такого сказочного княжества. Ты доказал, что пять рыцарских добродетелей тебе не чужды. Значит, я могу нырнуть за мечом. Это оружие для мастеров. Для лучших из лучших. Так что покажи, на что ты способен. Будем биться посреди озера. Ты готов? Можем начинать. Так обнажи свой меч. Что ты способен?
Вне всяких сомнений, ты достоин владеть магическим мечом. А вот и твой Арандит. Мы, кажется, знакомы? Конечно, знакомы. Пустынник же сказал, что знает, кто ты. Владычица озера. Это я. Носи этот меч и не забывай, что добыл его, доказав, что ты человек праведный и что действуешь ты во имя добра. Надеюсь, в этот раз ты его не потеряешь. Просто замечательно. А ты любишь в мокрых портках делать. Вон отседова. Да славится вечное дело сотворения. Хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал.
Спасибо, будь здоров. Славится вечное дело сотворения. Дай-ка посмотрю, что там у тебя. Спасибо, будь здоров. Славится вечное дело. Хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал.
Спасибо, будь здоров. Работать надо, пока еще видно. Княжество наше небольшое. А вы встречали кого-то, кто наше? Матушки! Башка баранья! За этой катарактой ничего не вижу! До скалопендра морфов. Надо его уничтожить. Давай, папа.
похоже на то, что его убили архиспоры. Кто-то намерен мешает работе Дементина. Должно быть что-то очень интересное. Письма неясно. Может, со временем я узнаю больше.